До единого дня голосования остается меньше 2 месяцев, а в избирательной комиссии Ульяновской области смена руководителя. Бывший председатель Юрий Андриенко подал в отставку 26 июня. Уже 10 июля Центральная избирательная комиссия России предложила назначить Елену Горбунову членом избирательной комиссии Ульяновской области с правом решающего голоса и рекомендовала ее на должность председателя облизбиркома. Ее кандидатура была согласована с губернатором и правительством Ульяновской области. Кандидатуру Горбунова Елены Александровны 1978 года рождения, образование высшее. Я думаю, вы ее знаете много лучше, нежели мы, Центральной избирательной комиссии. Для ее избрания Ульяновской областной избирательной комиссии на должность председателя комиссии избирательной комиссии области. Таким образом, вот такая наша кандидатура. Но окончательное решение принимают на месте члены областной избирательной комиссии путем голосования. Заседание по избранию нового председателя состоялось 18 июля в Малом зале Законодательного собрания области. Председатель счетной комиссии Светлана Артемова познакомила присутствующих с процедурой голосования. Бюллетень для голосования изготавливается с помощью имеющихся в избирательной комиссии технических средств на офсетной бумаге белого цвета, формат А4. Текст бюллетеня размещается только на одной стороне. Тираж бюллетеня составляет 12 листов, 12 экземпляров по количеству присутствующих членов избирательной комиссии Ульяновской области права решающего голоса. Прошу к вашему обозрению, вот так выглядит бюллетень. Далее всем присутствующим представили пустые ящики для голосования и опечатали их. Уже в холле членам избирательной комиссии с правом решающего голоса раздали бюллетени. В кабине для тайного голосования они их заполнили и опустили в ящик для голосования. После этого счетная комиссия удалилась для подсчета голосов и составления протокола. Итогом стало единогласное избрание Елены Александровны Горбуновой председателем избирательной комиссии Ульяновской области. Главной задачей моей является сохранить все то положительное, которое было наработано ранее избирательной комиссией Ульяновской области. Она является очень авторитетной комиссией в избирательной системе Российской Федерации, что неоднократно подчеркивалось на федеральном уровне. Сохранить все, что было наработано ранее, осуществить все новое, что есть в российском законодательстве, ну и оставаться внимательной ко всем участникам избирательного процесса. От лица губернатора и правительства региона нового главу избиркома Ульяновской области с избранием поздравил заместитель губернатора Александр Коробко. Ирина Антонова, Олег Тоньшин, Улправда ТВ.